Акушинцам больше не нужно выезжать за пределы своего района для совершения банковских операций. В райцентре Акуша открыли дополнительный офис дагестанского отделения Сбербанка. Более 20 лет жители района оплачивали коммунальные услуги, налоговые сборы и штрафы в других городах и районах. Теперь же в селе работает новый офис, оснащенный всем необходимым оборудованием. Все 4 сотрудника – местные жители, прошедшие необходимое обучение и стажировку. Большую поддержку и помощь в решении этого вопроса оказал депутат Народного собрания Республики Руслан Ярахмедов. Это начало. Покажем еще дальше и расширение. Если в Акушах то, что мы сегодня открываем, то, что будет развиваться, будет больше клиентов, я думаю, и поселок можно будет еще на перспективу. Крупные населенные пункты хотя бы начать с минимума, с банкомата. Потому что мы тоже в Акушах, когда первый раз вопрос стал об открытии банка, мы начинали переговоры с банкомата. Ну, плавно-плавно пришли к офису, видите. Поэтому, где есть начало, там бывает и продолжение. Я хочу пожелать коллективу этого банка, я хочу пожелать самому Сбербанку дальнейших успехов, развития и поблагодарить вас еще раз от себя, от сельчан, от всех акушинцев.